Дві настає, кусь хотіли. Дохладно. Комментировала, утром корова была, 2 часа назад была корова. Не, это бизон был, наверное. Съели бизона. Обглодали, скажи, не косточки. Они сначала вот так вот не дрались, а потом мясо стало. Кому-то мало. Кому-то показалось мало, да? Да. Они уже начали драться. А сколько им? Вот через неделю будет 2. Месяц? А, 2 месяца только будет, да? Будет 2/10 только. Полтора, месяц-3 недели. Месяц-3 недели, но они огромные такие. Хорошие детки. Я не это, вот они все ровненькие. Любители покушать. Они спокойно себя ведут, они не собираются драться. Пока да. Потом они это вот, я ж говорю, начали друг друга вот там вот перед, особенно тот, там вот кошерстный мальчишка, вот он. Так они это любят? Нет, ну это только здесь. Дома они нет. Ты что, я что, думаю, с ними сидеть? Дома лоточек, желудок и вперед. Знаешь, скажи, каша с желудком. И все. А этому не досталось. Это девочка. Да, мордочка. Мордочки. Нет, ну, не дай. Они так хотят. Ой, сейчас это. Не, они спокойно, они не дерутся. Пока. Ты видела, вон, смотри, как видишь, распороли. Ну, бойцовская морда. Да. Это же все-таки бойцовская вот порода. Вот это вот все. Да. Раскрыма. Ну, я красиво тебе удар, ты спокойная совсем, я знаю. Бабочку сделали. Ну дай им. Они так хотят. А когда там будут внизу морды, морды внизу будут, тебе некрасиво будет фотографировать. Поэтому не, я Наташка тоже держала. Держи наверху, я держала, Наташа фотографировала ее. Как они налетели? Ну что ж, погрызть хочется, дома ж я не даю, они дома находят всякие. Погрызли деревяшку, нашли там такой брусочек, кашка из рук вместе с этими деревяшками. Крыски им же надо, да? Какая-то игрушка. Надо играть не надо. Да? 2 месяца. Месяц и 3 недели. Вот он вырос, Саша, вырастет. Да, вырастет, конечно. А вот этот какой классный. Будет любить, да. Вот этот вообще шикарный. Лохматик. Шутка. Они присосались к этой косточке и не обращайте на что внимания. Так, Саша, тебе надо рыбку пожарить. О, тихо. Так, новые не надо мне. Новые дыры. Новые дыры.